КТ грудной клетки по описанию представленных компьютерных томограмм пациентки 10.08.1971 года рождения от 13.02.2019 года. Область исследования – органы грудной клетки. Трактовка результатов сканирования затруднена, так как нативной, без контраста, фазы нет, а венозная фаза охватывает только нижнюю половину легких. При мультиспиральной компьютерной томографии МСКТ легких с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Справа в С5 выявлено гематогенное образование шаровидной формы с неровным контуром размером 14 на 8 на 11 мм, артериальной плотности плюс 22 плюс 60 Краунсфилда, венозная плотность вошел не весь очаг плюс 47 плюс 61 Краунсфилда. С10 справа аналогичный очаг 13 на 12 на 8 мм. По задним отделам костальной превры в С10 справа визуализируются мелкие очаги, трактовка которых в данных условиях затруднена. Секундарные очаги тела мелких ветвей. Легкие расправлены. Вход и проходимость трахеи главных одолевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено, не расширено. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены. Подмышечные лимфатичные узлы не изменены. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Заключение. КТ-картина очагового поражения, более вероятного секундарного правого легкого. Врач Котов М.А. Ассистент кафедры лучевой диагностики ЗСГМУ имени И.И. Мечникова, заведующий центром КТ и МРТ клиники «Медиус».